Сегодня мы прибыли на форт номер 7, который носит название Герцог фон Гольштейн, и пройдемся по его окрестностям. Сам форт, который по правую руку защищен рвом, это одно из видов защиты, как вы знаете, буров, и внутри штыри имеются. Так что не рекомендуется нырять туда отчаянным каким-либо идиотом или просто экстравертом. Да, и по правую руку находится сам форт на вот этом холмике. Но мы сегодня пробежимся именно по подземной части форта, то есть по левому и правому крылу паттернов. Вот, сзади меня, прям видите, в стене, обратите внимание, имеются такие вот отверстия сквозные. Они, кстати, я их сниму уже в глубине, и вы увидите, как происходило поражение. Это прямое попадание от снарядов. По-моему, даже от 305-миллиметровой пушки, насколько я читал, в принципе, по истории. Вот, и сейчас мы погрузимся в подземный мир. С вами команда Koenig Diggers. И следите за событиями.
свет, освещение, то надо было вот одна идет, вторая идет, пошел. И так далее по стеночке, да? Ну да, конечно. У немцев была хорошая коммуникация, они этим обладали, уже инженерную систему. А вот этот, как по всей видимости, это уже наши делали современный чопик. Это чопик же, ну, да. А для чего? Ну, скорее всего, освещение тоже. А, точно, точно, на этих, на деревяшках. Немецкие, этот как было? Семён, видишь? Ну, вот. Конечно, да. А вот это уже современная советская. Тут уже время берет свое. По всей видимости, уже после войны, это, у кого в руках ПРБ, он делал освещение, но потом это все украсило. Но. Ну, он может давно получается там. Ну да. Что такие трещины мощные. Все это опасно. Так, ну вот это мы видим. С улицы видно эту дыру. Это, по всей видимости, даже 100% это было попадание от снаряда. И вот. Вот такие последствия дальше ушли в стену. Возможно, что был снаряд от 305-миллиметровой пушки. Потому что, как мы знаем, Форд, например, номер 10 выдержал около 175 снарядов. И всего лишь 3 поразили его напрочь. Так, сейчас пойдем по левому паттерну. Так, вот это вот в полу мы видим, что у нас получается дренажная система, ливнеотвод, ну и плюс сама дренажная система. Вот, все было у них четко рассчитано. Так, видим, какие есть массивные блоки гранитные. Прекрасное строительство было в те времена, что значит на века, на самом деле на века. Идем сейчас по левому крылу этих паттернов. По подземных паттернов Форд номер 7. Проходы идут в разные стороны. Ну тут, наверное, животные уже поработали.
это однозначно. Какие-либо. Да, тут, конечно, ракоход такой. Много неудобный. Но ничего страшного. Ну и там, в принципе, тупичок. Это одно из ответвлений общего паттерна. Такие вот бетонные муровки везде встречаются, в боках, в стенах. Это уже наши делали их, чтобы мы не проникали туда, потому что за этими стенами находится, ну не буду говорить что, но место, где нежелательно появляться, скажем, для настоящих отчаянных людей, кто любит инфильтрации. Там выход на улицу сейчас будет. Видишь, что осталось? Да, вот про это я тебе показать немецкое. Вон тут видно даже клепка, все кованое. Хорошие такие форточки. Толщиной около 4-3 сантиметров. Ну, сантиметра, раз, два, три. 3-3,5 сантиметра толщиной форточки. Ну, здесь по основному, по краям, по бокам основного туннеля, по основной паттерне, вот этой подземной, мы видим казематы, характерные для любого практически форта, для склада и различного обмундирования, там, отдыха военных, солдат. Вот еще одна форточка. Бронебойная. Заклепки какие-нибудь мощные.
Там сейчас выход будет в конце на улицу. Различные казематы и другие помещения. Сводчатые. Знаешь, проходы. Что? Карта. Вон написано, что это такое. Карта изохром. Да, изохром. Силур или Спийский участок. Это какая-то топографическая. Вот сегодня отсюда мы вышли на улицу. Это выход. Выход назад. Это выход из этого паттерна. Форта номер 7. Герцог фон Гольштейн. Дальше. Не рекомендуется.